В Москву, да и в Россию впервые привезли картины одной из самых ярких молодых художниц на парижской арт-сцене Вирджини Калье. Ее работы быстро разбирают частные коллекционеры, поэтому спешите видеть. Одну из работ купили, ну, практически на моих глазах. А остальными можно еще насладиться в галерее Истсайд. Творчество молодой французской художницы – дверь во вселенную женственности. Тонкий эротизм, буря эмоций, чистый французский шарм – все это сделали ее работы желанными для кураторов и коллекционеров Парижа и Лондона. Кроме того, выпускница престижного института дизайна Parsons использует очень интересную технику. Вирджини сначала фотографирует модель, печатает большое количество копий на прозрачной бумаге, выбирает отдельные фрагменты этих прозрачных снимков, глаза, губы, иногда кисти рук, и накладывает на холст, по которому она работает и маслом, и акрилом, и пастелью. Работы, представленные на выставке, относятся к разным сериям. Цикл «Эрос» — автопортреты художницы и ее мужа. Серия «Фобия» изображает женские страхи. Впрочем, даже страшные работы Калье довольно позитивны. В работах Вирджини есть та женственность, мягкость, очарование, которого сегодня не хватает. Потому что многие говорят про равноправие мужчин и женщин, про борьбу за права женщин и так далее. Вирджини хочет просто сконцентрироваться именно на женской природе, на женских эмоциях и чувствах. У нее очень глубокие картины. Работы Вирджини Калье можно разглядывать в галерее Истсайд, что в здании проекта «Фабрика», до 29 ноября. Вход свободный.